мир вам, дорогая Церковь Христова! Стихотворение, которое я сейчас прочту, посвящается всем нам, но особенно тем, кто оставил свою первую любовь, кто уже уклонился, а может быть, совсем сошел со святой стези Божьей. Господь говорит, что я сделал тебе, чем тебя отягощал, что ты оставил источник воды живой, меня, и вернулся к водоемам разбитым. Ответь мне. Все стою у двери и стучу. Ты откроешь, с радостью войду я, и тебя с любовью научу по-небесному творить и думать. Се стучу, и стук негромкий мой только ты один услышать можешь. Рад вечерить ныне я с тобой и сей день с тобою подытожить. Се стучу и терпеливо жду, зная, что тебе я очень нужен. Разрешу любую я нужду, разделю с тобой твой скромный ужин. Се стучу, но запертую дверь не спешишь открыть ты предо мною. Сколько в этом для тебя потерь, для тебя, возлюбленного мною. О, дитя, я знаю, нелегко в этом мире сохранить терпенье. Зло земное очень велико, и хитры плотские намерения. И нередко столь нечистый грех рядится в пречистой одежды, обрушает колкости и смех на тебя, духовные невежды. И порою, ослабев в борьбе, ты охладеваешь, и немало, забывая, что твоей мольбе я, Творец миров, с небес внимаю. Для тебя источник силы я. Я, даятель всех благословений, среди вод несчастья и огня. Я спаситель всех своих творений. Се стою у двери и стучу. Я помочь во всем тебе желаю. Ты приди к небесному врачу, исцелю твою больную рану. Ну а если стену грех воздвиг или пропасть положил между нами, я готов омыть тебя в крови и поставить вновь под Божье знамя. Я у сердца твоего стою, твой Господь, твой пастырь, твой Спаситель. О, дитя, я вижу боль твою, дай мне сотворить в тебе обитель. Дай утешить и тебе явить мир небес, ничем не омраченный, чтобы мог ты верить и любить в этом мире грешно обреченном. О, дитя, я вновь и вновь
стучу. Терпеливо и по-божьи нежно и храню, как на ветру свечу, в своем сердце о тебе надежду. Все стучу. Аминь.